Телеканал КРТ представляє. Партія «Слуга народу» – лідер серед киян на виборах до міськради – понад 22%. Такі дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». На другому місці ПС – партія «Європейська солідарність» – понад 18,5%. Третє місце – партія «Удар» – 13,5%. У перегонах за крісло столичного мера лідирує Віталій Кличко. Його підтримали б понад 38,5%. На другому місці – шоумен Сергій Притула – понад 9%. Далі – нардеп Олександр Ткаченко, бізнесмен Андрій Пальчевський та екс-керівник міста Олександр Омельченко. Опитування проводили методом телефонного інтерв'ю, охопили 2000 повнолітніх мешканців столиці. Похибка не перевищує 2%. Нагадаю, чергові вибори мера Києва та Київської міської ради заплановані на 25 жовтня 2020 року. Дуже цікава тема. Пане Євгене, ви не плануєте балотуватися до Київської міської ради? Ну, поживем, увидим. Мы видим, что сейчас очень все у нас нестабильно. Вообще тяжело какие-то планы составлять долгосрочные с тем, что происходит. Поэтому посмотрим. Могу только сказать по поводу этих цифр социологии. Доверяете? Может быть и так, но это не значит, что так будет на выборах. Потому что то, что у Кличка там под 40%, ну, во-первых, это говорит о том, что часть людей просто обожают топтаться по граблям, просто, ну, любят, им нравятся чины, когда их лупят и лупят грабли по лбу. Если им нравится то, во что Киев превратился за время мэрства Кличко, грязный, пошарпанный город с убитыми дорогами, с хаотичной застройкой и с постоянно рвущимися трубами, без малейшей какой-то стратегии и так далее. Ну, это, конечно, таких людей, на мой взгляд, только можно с сожалением. А что касается, почему эти цифры не совсем все равно будут точные, потому что кампанию-то никто не вел избирательной по-настоящему. Еще никто четко не заявил, что он будет баллотироваться, не проводил кампанию, не выдвигал каких-то идей и так далее. То есть поэтому смотрят, кто есть. Ага, ну вот Кличка знаем. Значит, вот за него. Дякую.